Всем отличного настроения, коты, с вами котенок Лайк, и у нас Пиги, но необычно, сегодня я стану админом. Это просто какое-то безумие, коты. Сейчас мы сможем делать с вами такое, вы даже себе не представляете. Мы можем кого-нибудь кикнуть, также можем сами выбрать карту, независимо от того, какой чаптер выберут ребята. Сейчас мы посмотрим, что, допустим, 11-й, да, военная база. А, они даже 12-й выбирают, неважно, 12-й, мы тогда... Сейчас берем 11-ю. Админ-команда у нас сработала. Отлично. Теперь мы можем выбирать мод. Смотрите, все равно выпал 11-й, несмотря на то, что ребята больше голосов отдали за 12-й чаптер. Также у нас есть режим трейтер, но мы сейчас выберем режим инфекцию. Хоть все и будут думать, что... А, нет, тоже... Вот, да, попытались трейтера, но мы поставили режим инфекцию. И ребята просто этого не ожидают. Они типа, эй, что это такое? И кто будет Пиги? Давайте я. О, отлично, я даже не успел нажать. Чисто по рандому получилось, что я, но... Это сути не изменило. Все, мы на военной базе, и сейчас будет просто твориться полный хаос. Я буду всех заражать свининой, коты. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам нравятся Пиги. А также вот такой вот прикольный режимчик, когда мы становимся админами. Ну все, малыши, ви-ви-ви, хрю-хрю-хрю, от моей носопырочки еще никто не уходил. Свинка вас всех поймает, потому что свинка директор эти игры. Я админ, и мне можно все абсолютно. Было бы прикольно, если в самой игре мы могли тоже делать какие-нибудь админ-команды, допустим, увеличиваться до нереальных размеров или становиться какими-нибудь маленькими, вызывать смерч, вулкан и прочую штуковину, но вряд ли это можно сделать. И теперь уже ребята от меня пытаются убежать, потому что они знают, что я могу их поймать, но я не знаю, в курсе они или нет, что у нас стоит режим инфекции. Так, слушайте, а у меня нет капканов, точно. В этом режиме... О, зебра, ты чё? Алё, вставай, дорогая. Не надо тут падать. Опачки. А, нет-нет-нет, они прислали за мной этого собаку. Пожалуйста, а точнее пони. Боже мой, он сейчас треснет мне своим мечом. Но я, кстати, могу кого-нибудь догнать. Серьезно, я убежал от пони. Он застрял. Он забагался. А, нет. И сейчас минус, чувак. Нет-нет-нет-нет. Что происходит? Блин, вот сейчас как раз бы мне пригодилась админ-команда, что меня не может ударять пони. Это было бы достаточно прикольненько. Давай просыпайся, свинота. Видимо, команды работают только в начале раунда, где мы можем выбирать режим, подменять свою карту и, в общем, все. Пожалуй, больше наши плюшки заканчиваются. Можем, конечно, выбрать еще, кто будет свиньей. И минус сразу мальчик. Все, отлично. Вторая Пиги будет мне помогать. Сейчас мы их быстро переловим, потому что в этом режиме тяжело выжить. Особенно на таких... Оу! Вы посмотрите, как хитро. Ну ладно, мы за тобой еще вернемся, малыш. Отличненько. Сейчас мы... Отеть! Так... Все, окей. Зебра опять упала, как обычно. И сейчас мы получим третью свинью. Где там мой приятель? Окружай давай его. Сейчас свиньи захватят этот мир. Ви-ви-ви-ви. Хрю-хрю. Куда ты? Давай-давай-давай. Все. С двух проходов. И, пожалуйста, у него уже нету шансов. А он сам себя загнал в угол, коты. А, серьезно? Какого лешего? Это возможно было сделать, опрыгнуть свинью? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ё-моё, я, конечно, свинот, походу, такая себе. Если меня просто так легко обдурили, но вот здесь уже шансов мало. Ай, надо тогда ловить другого чувака. Ё-моё, я думал, все будет быстрее, с учетом того, что я админ. Но, как же я ошибался. Давай-давай, загоняй его. Все. Наверх. Этот, так, слушайте, это... Конечно, такое себе уже получается. Блин. Надо всех ловить. Это же режим инфекции. Здесь все должно быть изи. У меня нету капканов, и это очень плохо. Да, все отлично. Свинья поймала. Еще одного мальчугана. И вот он, самый шустрый из всех, который только здесь, видимо, есть. Сейчас мы его окружим. Все, игра окончена, гейм, как говорится, ова. Ну что ж, мы сейчас еще поприкалываемся с ребятами над всякими плюшками.
Начинаем мы, естественно, с выбора карты. Какой бы нам сейчас взять бы чаптер? Можно кого-нибудь кикнуть, но ладно, нас и так немного, и это будет достаточно обидно, если мы кого-нибудь выгоним. Можно теперь выбрать, кто будет свиньей. Так, слушайте, ну давайте самого ловкого мы сделаем свиньей. Админ команда прошла. Отлично. Сейчас будет карта. Посмотрим, что ребята выберут. У нас опять стоит 12-й, да? Какой они хотят? Без разницы, абсолютно. Пускай метро, смотрите. Отлично, кстати, чаптер 7 неплохой, но мы сделаем с вами чаптер 10. Я успею? Фу, я успел. Отлично, коты. Опять, смотрите, 3 голоса за 7-й чаптер, но у нас появляется 3-й. И опять у нас мод Трейтер, который мы можем выбрать, но я сделаю мод... Плеер плюс бот, плеер... слушайте, какой бы нам взять? Давайте инфекцию, потому что это все-таки побыстрее все проходит. Опять же, все выбрали трейтер. Но, по иронии судьбы, у нас сработал чит админ код. И теперь у нас следующий мод инфекция. И самый ловкий парнишка, естественно, стал... свиньей. Фу, потому что мы его выбрали админ командой. Все, мы отправились в торговый центр... Достаточно сложная карта, я вам скажу, особенно когда она только появилась. Мне казалось, очень мало места, и тут практически нереально было убежать. Но опять же, все зависит от ловкости лап и никакого мошенничества. Быстренько ищем ключи. Я уже даже не помню, как здесь что проходить, коты. Это просто... Отлично, трава. Она нам пригодится, чтобы вырубить свинью. Сейчас бы нам найти доску бы. Вот самая главная деталь, которую здесь желательно поставить в начале. А вот и она. Ладно, сначала сейчас появляется свинтус. Я отдаю траву. И забираю доску. Возможно, нам удастся убежать. Никто не запрещал нам это делать. Было бы забавно, если бы админ команды я сразу раздал нам все ключи. И мы просто в момент бы отсюда сбежали. Но, к сожалению... И это невозможно. О, подожди, доска же не здесь ставится. Боженьки мой, коты! Я ничего уже не помню. 100 лет назад проходил... так, я надеюсь, она не проснется. Это свинья. Фу, отлично, до свидули. Хрюшечка. Здесь ключей пока не нашел. Можно пошуметь, пускай сюда она пробегает. Думаю, типа, алло, кто здесь по пальцу бегает? А тут никого нету, я вообще не вижу никаких ключей. Может, ребята уже что-то открыли или нет? Эх, где все? Слушайте, ну здесь уже, конечно, админка никаких плюсов тебе не дает, потому что делать ничего нельзя. Ага, видимо, все-таки ключи находятся на втором этаже. Свинья уже, конечно же, проснулась. Поэтому надо аккуратненько тут все делать. О, отлично, оранжевый ключ. И забираем его. Так, а где там все бегают? А, вон на свинья. Фу-ху. Мимо нас пробежала. Она нас даже не увидела. Сейчас мы пошумим, пускай она сюда бежит. Запутаем ее. А, вон она наверх побежала. Ха-ха. Ну ты, конечно, свинья, я тебе скажу. Открываем. Золотой ключ. Неплохо. Я и фиолетовый, это как раз от пистолета. Можно будет вырубить свиноту, давайте это и сделаем. Ё-моё, не берется, вы прикиньте. Как я не люблю эту штуку. Когда почему-то не срабатывает. Моё клацанье по ключу, все отлично. Я видел где-то патроны, и возможно нам удастся вырубить свинью. Главное сделать это неожиданно, когда она будет типа такая: ой, сейчас я его поймаю, никуда он не убежит у меня. И на тебе, леща из пистолета. А вот и патрончики. Супер. Забираем. Оу, е! Свинтус, камон! Иди сюда, свинота! Сейчас мы тебе треснем. А вот она, смотрите. Она такая типа: оп, ну все. Чпоньк! Ха-ха, получила свинота. Не поймаешь ты нас, злая свинья. Ха-ха-ха-ха-ха. В другой раз тебе повезет, но не в этот. Все, быстренько бежим, а то она сейчас пустит нас на трюфелечки. Где у нас там золотой ключ был? А, чтобы открыть, надо красный ключ. Все, я понял. Он как раз находится наверху. Что-то свинья еще никого не поймала, хотя этот режим-то... достаточно прикольно, и если он кого-то действительно ловит, то у него много шансов победить в этой игре. Не поймает нас свинья.
Ё-моё, засада. Я думал, успею пробежать и открыть. Ну всё. Кто у нас тут следующий? Бегите. Но у вас нет шансов. А где-то ещё парнишка получается. Я свинья. Вот этот парень. И прячется какой-то где-то один. Интересно. Я его даже ещё и не встретил. А куда он мог деться, коты? Вот это вопрос. Так, мышь там ползает. Всё, контролирую вентиляцию. Чтоб там никого не было. Понятно. Сейчас мы окружим этого парнишку. Такое ощущение, что кроме меня никто не открывал замки. И это очень плохо. Видимо, он пошёл наверх. Никто не хочет сбегать отсюда. Это обидно. А где он? Ты чё, потерял его? Ё-моё. Все попрятались, что ли? Ну, на сервере все находятся. А куда могли подеваться ребята? А, вот он. Хе-хе-хе. Слушайте, и всё. Получается, нас только трое бегало на сервере. Ну что ж, коты, я надеюсь, вам понравился этот видосик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, до скорой встречи. Пока-пока.